Так человек, похожий на герцога, стал править Карнакой, проявляя чуткость и сострадание к простому народу. Люди дивились переменам, но о причинах не спрашивали. Далила, сама того не подозревая, оказалась в воображаемом мире, где ее отец исполнил все свои обещания, а ее подданные безгранично любили ее. Она пересекла океан во главе Великого флота и прошла пустоши Пандусии вдоль и поперек. А в настоящей столице Эмили справедливая, Эмили мудрая, много лет правила исцеленной и процветающей империей. И рядом с ней был Корво Аттано. Когда-то Соколов устроил переворот в промышленности, положив начало более просвещенной эпохе. Он общался со знатью, художниками, изобретателями. Он брал от жизни все, что мог. Оглянувшись в последний раз, он со спокойной душой уехал домой, на далекую холодную Дивию. Есть вопросы, уйти от которых не выйдет. Нужно дать ответ. Меган Фостер исчезла без следа, и появилась Билли Лерк. Она очень надеялась найти себя и тех людей, которых смогла бы назвать родными.